самом сердце перуанской Амазонки находится небольшая река, температура которой приближается к 100 градусам. Как это возможно, если ближайший вулкан находится в 700 километрах? Считается, что несколько лет назад это загадочное место существовало под охраной племен здешнего района. Вода кипит не везде, в некоторых местах она холодная. Американская долина смерти является очень популярным местом для тех, кто отправляется в США в отпуск. Долина смерти, расположенная между Калифорнией и Невадой, славится тем, что является самым жарким и засушливым местом во всей Северной Америке. Но еще есть здесь такая фишка, как движущиеся камни или Sailing Stones. Раз, два в год они самопроизвольно перемещаются по пустыне. Парк звенящих камней. Находясь здесь, вы можете слышать металлический звук. Если бы вы не видели скалу, которая явно производит шум, вы могли бы подумать, что это металлические предметы и, вероятно, пустые. Но это не так. Если тебе интересна данная тема, ты можешь посмотреть видео полностью на моем YouTube-канале Егор Еремеев. И не забывай поставить лайк и подписаться.